Всем привет, это Блицушки с мастерами. Да, в данном случае не с мастерами, но конкретно данному сопернику это не мешает обычно меня обыгрывать в одну калитку. Нет, то мы черными разыграли абсолютную тухлятину. Ладно, по-моему, все нормально. Нет, ну, естественно, все. Ну, зато у нас план просто на игру. Давай, расскажи мне. Я вообще хотел в 3-0 пойти и накатить пешки. Ну, у тебя все время один и тот же план на игру. Ты мог бы и не уточнять, в общем. Так а что ты спрашиваешь тогда? Ну, меня думал, вдруг что-то произошло. У тебя появился нормальный, адекватный план. Ну, слона тогда ставь на Е4. Знаешь, как ни странно, этот ход имеет некоторый смысл. Во-первых, слон у нас довольно плохой, обычно его выгодно поменять. А во-вторых, мы как раз создали небольшую тактическую игру. Ну-ка, поподробнее. Конь G6, слон ушел, размен, выбили на E5. А, ну да. Но... Не знаю, менять его все-таки или... Или прятать на G6, наверное, менять. Может быть, конь G6? Конь G6 на H2, ничего не меняет. Ладно, меняем. Иначе этот ход был бессмысленный абсолютно. Сейчас у нас пространство маловато, но все остальное неплохо. Ой. Нажмем на паузу, я случайно вышел из браузера. Да, мы продолжаем, ничего не изменилось на доске, ребята. Постепенно переигрываю, черным, что ты зря говоришь, но ничего не изменилось. Уже полей становится все меньше и меньше. Оптимизма тоже все меньше и меньше. Ну нужно коня. А, да. Нет всех этих коней. Вообще коней повязали как-то. На F5 нельзя, да, поставить, жалко. Высветим, пусть B4 сыграет, хоть какая-то сам B4 не играет, это и пошел. Обидно. Ладно, слон опять делать нечего, вернули. В общем, ну, тяжелая позиция у черного, потому что нет ни одного плана. Он постепенно нарастит давление. Ну, H4 опять смотрится не... Ой, H4, H5 смотрится не очень позитивно. Дело не H4, H5, а то, что у черных нет ни одного плана стоящего здесь. Ну, F6. Да идея слон E4 была очень слабая. F5, F6 нигде не проведешь, потому что ферзь под боем. Он уже хочет пойти H5, в общем. Позиция крайне тяжелая. Ладно, пойду H6 пока. После белой пешку до H6 нельзя пускать никак. О, конь, конечно, на H8. Когда приходится ставить коня на H8, собственно, оценка позиции, я думаю, уже ясна более-менее. Так, ну... Ну? Ну, куда-то надо уходить, знаю. Да, ну у белых сейчас, конечно, посимпатичнее позиция. Да, но у белых выигранная позиция, потому что у черных нет, ну, нет ходов. А что делать, когда нет ходов? Ну, ходить туда-сюда, надеяться, что соперник перегнет палку. Но у него еще времени в 2 раза больше. А в блиц обычно ничего не делать. То есть это уже обычно, ну, безнадежно. Так обычно доигрываем, пока соперник не покажет идею конструктивную. Ну, вот единственный появился какой-то там маленький маневр серж 4. Даст он ему что-то, я сомневаюсь, конечно. Ну, соперник начинает как-то играть на матовую атаку, может, это наш шанс. Да, все-таки стоит взять по пешку. Да, и ферзей ты не поменяешь. Ну, что ж поделать. Ладно, нападаю на размен. Не хочет. Хочет дать мат. Ну, правильно, понятное дело. В данном случае, наверное, я не стал бы менять белым, хотя соблазн был бы велик, конечно, но... Конь на D5, наверное, пришел или нет? Ну, сейчас ферзь на E4 пришел и конец просто мат. Не вижу защиты. Ладно, F5 проведи, что уж делать. А, ну времени 15 секунд, я как-то отвлекся на комментарий. Тогда точно делать нечего. Ну, на предходе давай. Шлеп-шлеп. Нет, ну, позиция еще очень плохая просто. Просто времени было мало. Так, ведь конь на G8 там все защищает. Ну, конь зато с H8 вышел хотя бы. Нет, она может уже не такая плохая, но... С таким временем шансов никаких. Тем более, сейчас конь G6, наверное, винтит. Да, и позиция тоже плохая. Снимаю свои эти оптимистические. Конь G5. Оптимистические настроения. А что это? А, на тактика напали на G3. Да, но тактика не помогает, что он все равно бьет, и ферзь H8, и там победа. Наверное. А, там еще зависает на c8. Да, ну и самое главное, что 9 секунд. Я тоже подкрутил позицию, может, здесь уже объективно не так плохо, но... Надо было раньше быстрее играть, а не говорить о том, как все плохо. Там еще довольно плохая идея. Ныть, не надо
мечьё, блиц помогает слабо обычно. Задумался? Да, но. Сейчас он заставит тебя сделать ход, и мы уроним флаг в итоге. Ну все, бьем на g3. Нельзя ему брать ладью. Или можно? Знаешь, что тут происходит вообще. По времени подравниваемся потихоньку. Ну да, 7 секунд, уже 5 секунд разница. Включай. Швейцарский интернет сейчас не даст нам партию-то играть. Так. Жертва качества. Да, и флаг, видимо, уронит товарищ. Ферзь. Что-то он вообще поплыл. А там уже, видимо, все было. В общем, эта партия, конечно, странное впечатление оставляет, если честно. Чересчур. Да, ну, понятно, еще одну с ним. И, наверное, последнюю. Потому что я, честно говоря, просто боюсь его. Я не могу с ним играть, он меня постоянно просто в одну калитку как бы обыгрывает.